такие поправки надо было по основному состоянию. Я стартовал с общей формулы для поправки. Как раз половой функции, да? Да? Половой функции, да. Ну да, поправили. Превозмещенный плюс. Так. Вот здесь у нас будет. Альфа налево? Умножается на альфа. Да. Альфа. Альфа функция же не арки. Так, ну да. Пока все кажется правильно. Так. Ну и щина вот эту сумму. Получается. Что, на альфа еще на тета умножается? Да, альфа делаем. Нет, это вот это основное состояние. Но все равно. А можно сразу какой-то коэффициент обозначить за что-нибудь? Ну, через альфа вообще-то можно выразить. Помните, у нас был тот самый альфа, который не суммируется, а вот безразмерное постоянное. Если ее через нее выразить, то V упростится. Сразу через нее. Но там сразу через корень из альфа она выразится. А, через корень из альфа, через корень из альфа она выразится. Давайте тогда через какой-то обозначу, потому что все время. Пусть будет. Так. Это. Так, это вот. Так, сумма такая. Единица вот так. Вот здесь будет сразу у нас 0 получается, да? А от этого 9 минус 1. И так не равен ты. Ваша получившаяся у вас функция за ты отличается. Сумма пока. А здесь у нас будет так, минус один. Никак не нужно. Ладно. Это у нас Погодите, альфа. Да, посмотрю. Альфа? У вас сумма уже пока идет. У вас возмущенное воловое состояние, буквы К нумеруются. Сейчас, подождите, я соображу. Затормозил. Сейчас. Ой, сейчас. Резко. Так, сейчас мы подставим. У нас получается сумма по альфа снимется. Да? И будет вместо альфа к. И будет сумма по к. Да, да. Бета сумма по к единица на к минус единица. Так, здесь будет к, да. Здесь вообще ничего не будет. Ничего не будет. Не смекал, могла бы, но уже так, я неправильно лучше написал, что так написал. Ой. Вижу, да. Стал? Ну хорошо, я так чтобы еще потянуть здесь, да. Чтобы не забыть. Так, и к. Ну, 1к можно писать, q минус k, если уж строго писать, да? То есть да. Состояние, где один фонон и один, да, один к минус к. Один к. Один к
Минуточка, минуточка. Вот поправка. Ну, знаменатель можно записать, что знаменатель, пока можно оставить то, что стоит, потому что все равно считать будет. Оно будет другой вещь. А что, можно сразу среднее считать? Можно, да. То есть среднее на этих возмущенных функциях какого-то оператора. Так, сумма по m, да? Ага. Ну, суммированно переобозначивать. Надо его переобозначить, потому что такая задание. Б-крест-б. Б-крест-б. А, да, б-крест-б. Б-крест-б. А там БМ-БМ? В обоих микс. Да. Надо сразу только вот на эту часть будет действовать, потому что на эту действует основ. Ага. Будет, так, будет у нас. Здесь сразу как бы оно будет действовать, фактически здесь возникнет дельта символ уже, дельта КМ. Ну, сразу одну сумму тогда я сниму, вот здесь будет. Да? Ну, сумму пока тогда. Сумму пока, да. Так? Дельта, а давайте просто сразу уже вытолкнем. Здесь сумма пока. А почему тогда с чертой? А, с чертой. Сумма пока. Ну что, мы было сейчас? Сумма пока, единица на К. Бета, КТ. Бета, К. Это не бета, это бета. А? Это другой вопрос. Просто это бета, я все слушаю. Что? А это бета. Бета, ладно. Извините. Б. Ну ладно. Хорошо. Так понятно, что действие этого оператора на функцию даст просто единицу. Да. И вообще этот оператор может подписать. Вот так. Да? Здесь тоже получается вот эта вот часть, она вообще не войдет, пойдет только вот это. Получается. Здесь вынесем сразу минус b, и здесь минус b, это b квадрат. А вот уже b? Нет, модуль. Вот так. Да, b это по модулю квадратик. Потому что от граф функции будет сопряжен. Здесь тоже возникнет у нас, получается, когда мы эту сумму сюда поставим, будет дельта. Будет еще сумма комната, да. Как штрих, но снимется. И, короче, одна сумма останется. Так, будет единица на k квадрат, тогда. Единица на k квадрат. Здесь будет. Сейчас надо расписать их. А вот это я тогда уберу. Все переписали? Я не переписал. Так, там квадрат. Ну, все чуть-чуть типа похоже на правду. Так.
Там знаменатель такой же, который был уже, но только здесь в квадрате. Вова, там 4 это единицы, да, вообще где? 4 единицы же должно быть. Здесь, да, это сильно. Так, в квадрате, да? Квадрат. Давай считаем, может. Считаем, может. Минус у минус к в квадрате. Минус к в квадрате. Минус у в квадрате. Да? Да. Минус у в квадрате. И еще все в квадрате. И еще все в квадрате. Еще. Ну да. В прошлый раз мы похожее дело вычитали, только там квадрата не было. И мы вычислили для маленьких у. Для больших у теория возмущения неприменима. Вы считали для q равного нулю, да? Да, это только для q равного. Ну, только для q равного нулю, если считаем. Так, здесь получается... Так, 2m h в квадрате в квадрате, в квадрате. Так, в кубе. Так, к? На к в квадрате. Ну, d, v, k, в смысле. Ну, я понял, да, да. Идем. Так. И здесь то же самое. Ку еще нулю не приравнивали, или нет? Ку нет. Ну, сейчас можно приравнять. А там, то же самое, это не дробь. Собственно, вопрос то же самое. Угу. Систему координат, это интегрирование по фи 2π, очевидно. Так, ну и теперь уже q равно нулю положили, да? Да, q равно нулю положили. Поэтому по тету тоже можно сразу проинтегрировать, там от тета не войдет. От тета не войдет, двоечка будет, да? Да, еще будет двоечка. Через телесный вызов. Получается от нуля до бесконечности dk. А здесь у нас будет, положим сразу уже q равно нулю. Ну да. Будет. Просто как квадрат? Как квадрат плюс у квадрат в квадрате. Угу. Ну, это личный интеграл, посчитан у меня. Что? Я думаю, сейчас вычислить будем считать. Считать. Что, плюс? Ладно, минус. Он за личный. Что, это личный? Мы против того, что это личный. Здесь же у нас ку получили, здесь ку 0. Ну, здесь будет к квадрат минус к минус у. В квадрате. Минус вынесли, за сколько квадратов забыли плюс. Так, сейчас. Убрал такого сорта. Будет у нас. Единица. Два, два. Вот в кубе. Можно. Вы еще не придумали сосчитать? Ну, я думаю, в таблице просто. Не считал, я знаю, как его считать, в таблице просто посмотрел. А как его считать? Ну, заменой. Можно через вычеты, можно заменой k равняется u, таминс t. И эту замену пройдет. Ну, вычетами как бы не определенно не сосчитать вычетами, только определенно. Ну, да. Так. Ну, в пределах квадрата бесконечности. Так, ну здесь 2π можно сразу сократить. 2π будет 2m на h квадрат в квадрате. Так, а здесь будет у нас на бесконечном пределе, здесь будет 0, здесь π пополам, вот, а на нуле будет все 0. Π пополам. Π пополам. Π пополам изменится на 2 в кубе. Вот так. Ну и сейчас самое сложное, сейчас нужно поставить бета и посмотреть, как это через альфа все выйдет.
Так, вот это сократится. Давайте так. М квадрат. Так, H четвертый. Двойка 4. 4. 4. На 4. Одна вторая останется. Одна вторая. Так. Квадрате. Что вторая? А? Что на вторая? Ну, 4. На 2. 2. 3. На 2 и 2 и еще одна. А. На 4. Одна вторая. Два. Так, от пи у нас одно пи сократится. Да, а будет это вот тот самый квадратный квадрат? Да, вот это. Осталось через альфа все будет. Все, это не 9, ошибаюсь. Считаем решетку жесткими ионами, жесткими зарядами, это правильно. Но в жизни не так. Вы не выставляли значение для альфы из для конкретных материалов? Там нужно знать только омегу, собственно говоря. Только омега может у вас неизвестность. А все остальные вещи будут нормально. Так, он переписывает все это дело, получается, так, m квадрат, h четвертый, 1 вторая, так, v на, здесь квадрат, e на q в квадрате, v в квадрате, m, h на 2, 16 пи квадрат, да? Так, что я вижу против пику квадрат. Так, ну вот квадрат. Н, N вышла. Вы вышла. Е на Q в квадрате вышла. Так, а одну Q еще возьмите. Одно из трех. А одно узел. Здесь тогда единица на квадрат. Ладно. Так, одно узел. Так, одну массу взяли. М на мю. Здесь еще М, когда будет. Под массу у нас полностью ушли. Здесь посчитаем. Так, здесь одно пи сократится, будет пи. Пи. Здесь будет четверка, еще 4. Да, четверка. 4. Так, еще остается. Остается. Единица. H в кубе. Омега тогда мы вот так вот сделаем. Вот так сразу. А здесь омега наш. Вот это что на альфа. Что? По счету альфа. М омега. Итак, и единица на у квадрат. У квадрат у нас известно. У нас два омега. Да, сейчас подожди. Два. И там два альфа омега на. Сразу это будет от альфа, m омега на h,
И здесь будет h на 2, да, альфа пополам получается. Альфа пополам. Не знаю. В Питере так же, смотри, в Питере. Ну, ты тогда в Питере, да, начинай. В Питере такой учебник, если кто не знал. А Питер какой именно? Есть Питер плохой, серенький, а есть Питер хороший, зелененький. Зелененький. Так. Ну что дальше делать будем? Ну, альфа неправильно считать. Альфа неправильно, а что ты считаешь? А, да, альфа. А что у нас? Потому что... Ну, конечно, никакой связи с реальностью не будет иметь. Единственное, что нужно для вычисления альфа, это, разумеется... Что? Омега. Омега, ну, омега я вам скажу, ладно? Знаете плотность поваренной соли? Вот. Чего плотность? Поваренной соли. Зачем она это значит? Не знаю. Ну а без него мы альфа не сочетаем. В интернете посмотрите. В интернете посмотрите. Где посмотрите? В интернете. Посмотрите. Посмотрите, я будем считать альфа поваренной соли. Ну или постоянные решетки для поваренной соли. Это одинаково. И то, и другое приведет нас к ответу. Давайте засчитаем. Интересно же, да? Так, у меня, правда, в табличке стоит не омега, а омега Т. Это где моя табличка? 2,165 грамм на сантиметр кубе. То есть ро равно 2,165. Грамм на сантиметр третьей степени. Соль трех тяжелее воды, только потом. Так, все, значит, что делаем? Вычисляем. Альфа равно. Поехали. Так, n на v, что это такое, кто знает? N это количество элементарных ячеек, v и полный объем. То есть n на v это обратный объем элементарной ячейки. V маленькая. Так. Е, Q, это вроде все понятно, Q заряд иона, Е заряд электрона, ну, взгляд поваренной соли, Q и Е одинаковые, поэтому это уже сразу же Е квадрат. Что дальше? А, здесь стоит У, да? А У у нас вот, вот это У квадрат. А вот что тем выражением вверх не пользовался, да? А, ну ладно. А тут то же самое не будет. Так, единица на v, e квадрат делить на u. Ну, в качестве массы я беру тупо массу электрона, а в качестве приведенной массы. В качестве приведенной массы что можно взять? На одну вторую, что ли? Пока так оставим, сосчитаем приведенную массу. Так. 4π и h омега и все в квадрате. Извини, да, я вам попал. Определенную массу мы из каких соображений считаем? Так, вы про какую массу говорите? Определенную. У нас есть масса иона натрия, есть масса иона флора. Определенная масса рассчитывается по формуле m1 умножить на m2. Да, все. Так, 4π на h омега в квадрате, да? Так, 4π, h омега во второй степени. Так, U, еще не хватает нам U, это U в квадрате напишу, это что такое? H, H на 2 омега. Где омега это та самая? Наоборот, это единица на U в квадрате. 2 m омега на H. Наоборот, вот это. Так, а здесь m это какая? Это приведенная масса ведь, да? Нет. А какая? А, нет, электронная, конечно. Это U – это тот самый волновой вектор, при котором у нас энергия электронов сравнивается с энергией фонона. Вроде бы так. Опять-таки, омега сюда вошла.
Значит, осталось записать В, объем элементарной ячейки. Но это очень просто. Нужно, если М большой, это масса элементарной ячейки, то масса элементарной ячейки, деленная на объем элементарной ячейки, это будет плотность. Верно? Поэтому эта штуковина у нас легко через плотность выразится. Единица на V равна ρ делить на m большой. Встретилось так, что подставим m большой числитель, что ли, пойдет? Нет, все правильно. Значит, вписываю. Ρ деленное на m большой. M большой — это сумма. Мю это m1, m2 деленное на сумму. Поэтому сумма сократится, будет только произведение. Масса. Ро поставлю сюда. А здесь будет m1, m2. Так. Какая-то есть. Все упирается в U, да? Пока. А m1, m2 это масса ионов? m1, m2 это масса ионов. Ну, омега — это частота продольного фано, да? О, есть специальная формула. У меня, короче, нет формулы для частоты продольного фано. У меня есть омега Т, значение четырехкоперечного фано. Так, где он? Так, сидим, выходим. Чернышов позвонил, сказал, что 12 декабря в среду в 429 после 4, на 4 паре будет консультация по МСА. Зачем это нам? Консультация. Да. Так, натрий хлор смотрим. Натрий хлор, ДБВ, поперечное, это 3,63 на 10 в какой-то степени, в 13. Обратно секунду. Ужас. Ну, а как вы хотели? Ну, инфракрасная вот. Так, а нам нужно ДБВ, ой, омега продольная. Большая частота — это инфракрасный свет. Не ультрафиолет. Это не ультрафиолет. Вы чё? Что? Не, давайте разберёмся. Сколько здесь длина волны какая? Частота, конечно, сразу так и чиста. А вот длину волны посмотрите, будет понятно. О, боже мой. Омега равно 2π, деленное на период. Я по-другому не умею. Период равен длина, умноженная на... Ой, период — это время, за которое у нас свет разливает длину волны. Правильно? Следовательно, омега равно 2πc делить на лямбда. Обратная секунда. В эту секунду? Так, ну и следовательно, лямбда равен 2πc, деленное на омега. Давайте поставим. Лямбда равен 6,28 умножить 3 на 10 в какой степени? 50. А может 8? 70 метров. Ну, да, лямбда равна на метрах будет. Так, а омега у нас 3 на 10, 13. 4. Черт, я только хотел схватить. Хорошо, 4. За 28 тоже можно выбрать. Иначе будет разная точность. 18. Делим на 4, то же самое делим пополам. Это 4,50 на 10 в минус 5 метров.
это будет 4500. Не. Чего здесь? Подождите, это значит сколько? 4, 5 на 10 четвертой на 10 минус 9. Нет. 45 тысяч нанометров. Отлично. Какой это к черту ультрафиолет? Ну это не. Это не радиоволна, правильно? Сантиметров это будет сколько? Это уже радиоволна. Ну, сантиметр же радиоволна. Ну, это не сантиметр. Это 45 микрометров. Помни, нет? 45 микрометров. Да, короче, я отвлекся. А, да, а что, отвлекся, все правильно. Нам нужно омега-Т у нас. Есть? Справа? Что? Я забыл, что. Все, будем долго искать. Есть формула. Я ее, наверное, сегодня выведу, может, не буду выводить, посмотрю на ваше поведение. Формула, связывающая частоту поперечных колебаний, частоту продольных колебаний и еще две величины, которые у меня в таблице на счастье есть. Слушайте, а где таблица? Все? Вот не целый это закрыл, еще и страничку выбрал. А, все нашел. Так, формула выглядит следующим образом. Омега L, она должна быть больше, да? Ага. Омега T. Частота продольных колебаний больше, чем частота поперечных. Потому что продольные у нас только по тубушке, а поперечных вперед. Так, это будет омега t умножить на эпсилон 0, делим на эпсилон бесконечность. Вам эту формулу не выводить. Как она называется? Вы еще первый раз видите. Это формула, о боже, там 4 человека в фамилии. Да, у меня есть Сакс, это есть Тейлер. Лидемана Сакс. Не Лидемана. Как формула? Короче, какого-то хера Сакс и Тейлер. Формула, связывающая частот продольных оптических колебаний, поперечных оптических колебаний, эпсилон 0. Это статическая диэлектрическая проницаемость, а эпсилон бесконечность – высокочастотная диэлектрическая проницаемость для диэлектрики. Ну и вот у меня в таблице есть омега-Т, есть омега-0 и есть омега-бесконечность. Эпсилон 0, эпсилон бесконечность, конечно. Эпсилон 0 для натрий-хлор – это, как вы думаете, сколько? Где натрий-хлор? 5,62. Безразмерная, конечно, величина. Так, эпсилон бесконечность. 2,25. Ну, отсюда легко получится, что это так, нужно 5 поделить на 2,25. Это будет чуть больше 2. Вы поделите без меня, да? И это умножить на 3,62. Так. 7 с чем, да? Ну, я хочу еще хотя бы десятую узнать. Правда, 9. М? 10, что-то 9. 7? Точка 9? 9. Просто 9. Просто 9? Неужели я так ошибся? 9, так 9. Пока мы еще я. На 10-13. Обратно не могу. Так. Все. Больше ничего нам не нужно для счастья. Давайте наше мега еще считаем. А не может идти. А почему? 3,63. 3,63 на сколько умножить? На 5,62 и поделить на 2,25. Ну. Правильно, ну все, 9 получилось. Да, 9. Да. Так, а аж омега мы выразим, знаете, все. В джоулях? Нет, не в джоулях, давайте в эргах выражать, потому что эта формула годится для системы СГС. У нас Е квадрат, деленное на... Ну, взять электрон в единицах СГС. Я формулу для электрической энергии писал сразу в единицах СГС. Поэтому в эргах выразим, сколько это будет? 9 на 10 13 умножить на... 6, 28,
Нет, не 6 возьму. 6, 56. Сколько там? Блин, 1,054. На 10 минус 27. Итого получается... Я могу 10 написать? Хорошо. 10 на 10 в минус 14. Ну или 10 минус 13 эго. Так. Бега. 10 минус 13. Вроде правильно. Поехали дальше. Е квадрат. Есть У. А, У найдем. Во. Это еще не читается. У в квадрате сначала напишу. 2М омега на H. О, боже мой. 2 умножить на 9 и 1 на 10 в минус 28. Грамма. Омега у меня тоже есть. Где она? 9 на 10. 13. Ага, так, секунд. Деленное на... 1,54. На 10 минус 27. Сделал, что Ладно, вы будете ходить, не посчитать. Так, чего? Так, на секунду. Так, 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 так. Ну что? 160 на 10 минус. 160? 9 на 9 на 2. 310. Это умножение. Это не 291. 9 на 9. 2, 2 на 9. 81. 81 на 2. 160. Черт. Шаг и мат. А почему? 160. В какой степени? 12. 12. А чего? Сейчас скажу. Напишите, вы нет. Обратно сантиметр. Обратно сантиметр? Квадрат обратно сантиметр. Да. Если вы не понимаете, как посмотреть, то что сантиметр. Соответственно, у нас... Черт, так хорошо было бы, если было 16. А так будет... 16-4, корень из 10, это сколько? Да нет, не 16. 160. Корень из 60, это 13. 169. Но вообще там 155, если вы на 1,54. 12, черт. 16 обратно. Чем 169 не нравится? Сказали, здесь 150 должно стоять, 175. Только 12 на 144. А там 169, что ближе? Они что, издеваются? 169 ближе еще. 12 ближе, вы что? Нет, все, смотрите. Чего вы их слушаете? Да я тебе говорю, вон чистая математика. Ну а ты корень здесь. Корень хороший. Меня не извлекает этот корень. Так, мы нашли. План поставлять или еще раз? Поехали. Альфа равно 2, 100, 2 и 1. Нет, 2 и 2. Ладно. На больше ничего. Грамм сантиметров хуже. Так, здесь будет 4 и 8. На 10 в минус 10. Не буду здесь не писать. В квадрате. Деленный на У. 12,6. Ух ты. 12,6. Что у нас 12,5? Не пытаемся, да? Так, масса электрона. 9,1 на 10 в минус 31. Минус 28, простите. К чему это произведение масс? Ионов натрия хлора? Да, ионов натрия, ионов хлора. Чего блять? Чего блять? Ну, таблицу Менделеева открывать. Атомную единицу массы. Там имеется масса натрия, масса хлора в атомных единицах массы. Атомную единицу массы я уж так ошибись помню. Сколько? Чему равна масса натрия? В атомных единицах натрия или массы? Хлор.
Глор. Блин. Я узнаю. Я номер-то помню. Я умею. Они погодите. Глор 35,5 ведь, да? Нет? 22,9. Натальная масса 22,9, это натрия. А хлор 35,5? Ну, съел мне на глазах. Или я ошибся? 22,9. Что там? 22,9. Хлор 35,5. Хлор не запьешь. Я помню, что хлор 35,5. Так, 29 натрий. 23. А им будет 35. Атомная единица массы не помните, чему равна? Нет, я это помню, конечно. Квадрат на этот наборовский радиус. Нет. Это атомная единица энергии. Да. Атомная единица. Это тоже неплохо. Атомная единица массы это 1/12 массы этого гирола 12. Это 1,066 на 10 в какой-то степени. Мы сейчас смотрим. Да, опа. Это что, в квантовой механике вы не писали этого, нет? В квантовой механике атомной единицы энергии никакого отношения к атомной единице массы нет. Да, да, да. Не, мы атомную единицу энергии написали. Конечно, мы писали атомную единицу энергии, боже мой. Но истина не нужна. Она числена обратному числу Авогадро. Равна 1 АЕМ. 1 АЕМ, да-да-да. АЕМ это? Обратное число Авогадро. Не может того, что там числа Авогадро. Не сложилось. Хотя нет, можно же вычислить. Смотрите сюда. У нас... Сейчас скажу. Масса углерода 12 грамм на моль. Верно? В моле у нас столько-то атомов. 6 на 10. Ну как 12, да, 12, как раз получится. А на 12 чего? Грамм на моль. На 12-12 грамм на моль. Но с числом Авогадро, как раз получится обратно число Авогадро. Да-да. Да-да. Не, подожди. Что-то... Да, чушь. Но... Оно сработало. Подождите, подождите. У нас электрон это 10⁻². Верно? А эта штука должна быть в 2000 раз больше, примерно. В общем, 1,66 на 10⁻². 1,66 на 10⁻². Килограмм. 10⁻². Грамм. В квадрате. Раз, если минус 6. И еще что? 4π. О, 4π можно держать. Как мы с 4π? 4 умножить на π. 12. 12,5. Да. Так, а тут квадрат 10⁻⁴. Квадрат. Все! Давайте собирать порядки, считать. Там тоже пример 12,5, где вот в первом знаменателе. Да, что ништяк. И можно совмещать. Давайте порядки соберем. -48. 2 и 2. Здесь у нас 5 и 5, 25. Так. 23 умножить на 25. Это в порядок загоню. А 1,66 в квадрате это будет 1,66 это 1,2. Это будет 5 третьих. 25 девятых. Примерно 2. Примерно 3. 25. Примерно 3. 3. 3. Хорошо. Примерно 3. И все. Остальное это прям в порядках у нас, да? Порядок еще. 10⁻⁰. 10⁻⁶. 10⁻⁷. 10⁻⁸. И 10⁻⁶. Не страшно. Кого я сразу? Хоп-хоп. 28-я. Курс. 21-я степень. Да, 21-я степень. Кошмар. 10-20. Что такое альфа? Это константа связи, которая должна быть много меньше единиц. Нормально, 21-я степень. Сейчас
Все, на задачи немалый параметр похож. Не, ну должна быть какая-то единица. 10-21 получилось. Ну, иногда вижу, что 10-21 получилось. Чуть ошибку. А 7 часов мы только обгадали, точно должен быть негр? 2,7. Что? Ну, атомная единица массы? Да, маленькая. Она должна быть маленькая? Не, она. Где она вообще? Кто? Она в здесь, М1М2. Это маленькая, это тоже маленькие величины. Это друг. Ну вот, 12-10-6 обратно сантиметр. Нормально. Может там все не в квадрате? Нет, здесь не в квадрате, не знаю. Так проектировали, так сказал. В квадрате, да? Авогадро в квадрате все понял. Ничего бы не улучшило, на самом деле, даже если не квадрат. Авогадро в квадрате все понял. Авогадро в квадрате все понял. Авогадро в квадрате. Или вон там должно быть минус 26. А вот там 10 в 13? Где? Нет. А что там? Аж омега в квадрате. Омега маленькая. Это маленькая, маленькая. Из-за маленького H. Короче, вам задание исправить ситуацию, что-нибудь сделать, чтобы маленькая была. Все правильно сделали сейчас. Да, ты правильно? Нет. Ты какой порядок уже получился? Какая вещь? У нас масса, массу мы в чем меряли? Эту массу? Да, да. Ну вы хоть в граммах, хоть в килограммах, 21 степени сможете исправить? Это в граммах, это тоже в граммах. Да, все в граммах. Да, все в граммах. А там же воема. Вот, это воема, а вот сама ем. Может, с плотностью напутали? Может, она очень маленькая? Пипец, какая маленькая. Нет, что вы сейчас собираете? У нас там тело обратный объем. Да? Обратный объем. Ну, маленькая, то есть знаменательно маленькая величина. И сейчас знаменательно маленькая величина. Короче, так. Давайте чем-нибудь вкусным займемся. Это вам все задание, да, исправить? Да мне интересно, что ты делаешь. А надо? Вы на порте, я надо не так, что делать-то будет? Есть два пути. 66 на 10, 24. Очень простой, и очень простой. Вот. Значит, вы увидели, что натрий хлора, эпсилон нулевая, это 5 с чем-то, да? А эпсилон бесконечность, это 2 с чем-то, да? 2,6. Это 5,2. 2,2. Ладно. Они не равны. А что такое эпсилон нулевая, эпсилон бесконечность, знаете? Да, диэлектрическая проницаемость, как определяется? Диэлектрическая проницаемость, как определяется? Между чем и чем? Между индукцией и напряженностью. Между индукцией и напряженностью. Эпсилон умноженное на Е равно D. Если мы рассматриваем вещество как совокупность этих зарядов, да, то индукция как будет определяться? Индукция равна Е плюс 4 пи в П. Е плюс 4 пи П. 4 пи? Да, 4. Это возгорится. П у нас как определялось? П. Дипольный момент единицы объема. Это то самое N на V. Так, а дипольный момент, если кто помнит, это был заряд. Вот такой вот заряд написать. На S плюс минус S минус. Ну, считаем смещение в каждой ментальной ячейке одинаковыми. Вот в каждой ментальной ячейке одинаковое смещение под действием некоторого поля. Да. Мы писали P плюс. Я его сейчас писать S.
Так, і що? Все. Какие эмоции? Эпсилон, получается, вот характеристика внизу – это частота внешнего электрического поля. Вот если мы Е пускаем разные частоты, то у нас коэффициент пропорциональности оказывается разным у реальных веществ. А вот тут вот никакой разности нету, никакой разницы. Никакой совершенно нет. Плюс, минус, минус. Где было, наверное, наш прогал? А чего он может быть разница? Как вы думаете? Это неправильно, это неправильно. А, вот нашел. От того, что ион, который в реальном кристалле, он не является точным зарядом. Если рассмотреть его следующим образом. То есть, смотрите, если мы считаем его точным зарядом, да, то реакция отдельно закрепленного иона на электрическое поле отсутствует. Но если мы заряд поместим в электрическое поле, у него ведь никакой полезности нету, согласны? Однако у отдельного иона натрия, отдельного иона хлора и вообще любого иона, это не так. Если мы отдельный ион помещаем в электрическое поле, то у него возникает поляризуемость. И связанная с тем, что, ну, грубо говоря, от ядра электронная оболочка отлепляется и вот и получается отличный отпрятие полного момента у отдельного иона. В модели жестких ионов, когда ион точный заряд, этого не происходит. И отличие эпсилон нулевого и эпсилон бесконечности, ну, в первую очередь с этим связано. В первую очередь с этим. То есть, когда мы писали вот поляризацию такую, это было неправильно. Это очень грубо. А как писать помягче? Как у меня написано помягче, сейчас скажу. А, ну да. Да. То есть, складывается из двух слагаемых. Вот это вот. Значит, ну это у меня единица пиона. А в скобочках будет дипольный момент элементарной ячейки. Связанный с тем, что, во-первых, сместились друг относительно дружки. Ну я вот S взял эту разность, S плюс S. Смещение иона как целого, плюс альфа. Здесь альфа это уже не та альфа, что была раньше. Это поляризуемость. Ну, стандартное значение для поляризуемости альфа. Можно было другую букву поставить, то я буду постоянно путаться. Не беру на нашу поляризуемость, которая размерная, с той безразмерной константной связи. Так. Ну, проблема в том, что альфу ее найти сложно. Само по себе. Поэтому сейчас к этому соотношению присовокупим еще одно. Да. Так, помещаем, короче, наш кристалл в электрическое поле. В электрическое поле поместим. Электрическое поле, значит, приводит к возникновению поляризации. Она же приводит к тому, что у нас меняется уравнение движения. Уравнением движения для ионов, если мы рассматриваем колебания всех элементарных ячеек как одинаковых, то есть берем случай k равный нулю, это будет что? M плюс. M плюс S плюс двумя точками равно m минус s минус двумя точками равно. Так, вот здесь, вот, когда мы рассматривали уравнение колебаний, помните, такие вещи у вас были, мы предполагали, что в разных элементарных ячейках у нас колеблются атомы по-разному. Из-за этого у нас возникали эти фурье-преобразования и так далее. Если мы считаем их одинаковыми, то здесь можно писать очень просто. Можно написать? Да. Колебания связаны с вот с чем. Это будет минус k s плюс минус s минус.
Ну да, это вот, это типа, вот те, да, это такая, это жесткость. Это жесткость уже, ну, как бы усредненная по всем. Ей будет минус К, если минус, минус С плюс. Так, букву К, букву К. Вам буква К ничего не смущает? Давайте букву F поставим, что ли? Давайте. Ну, мы уже раньше пользовались буквой F для жесткости. Каппа? Мы писали букву каппа? Не писали. Так, это вот, вот такое уравнение колебаний, когда никакого электрического поля нет. И если мы сейчас его решим и получим оптические колебания только, и больше ничего. Однако в присутствии поля добавляется еще слагаемое. Здесь у нас мы считаем m плюс, это масса и иона со знаком плюс q, m минус масса иона со знаком минус, заряда минус q, поэтому здесь добавочная сила будет минус, плюс q на e, здесь будет минус q на e. Сейчас я смотрю по галочке. По галочке почти все то же самое, только с одним отличием. Конечно, это все электорат. Да. И, конечно же, все неправильно. Знаете почему? Тут для меня наиболее нудный момент, как был, когда я в поле учился, так и сейчас. Сейчас скажу. Муть вот в чем состоит. Что электрическое поле, которое в кристалле действует на отдельный атом, на отдельный атом элементарных ячеек, оно отличается от внешнего электрического поля из-за наличия поляризации внутри кристалла. Здесь нужно писать не Е, а Е эффективное. Здесь, собственно говоря, тоже. Связь Е и эффективного тоже какая-то неведомая формула, которую зря нам выписала, и с тех пор не верили в эту связь. Да, есть. Это Е плюс 4π на 3π. Знаешь, что формула? Откуда 3π? Откуда 4π? 4π понятно. По аналогии с формулой не будет. Откуда 3π? Ну, у меня такое объяснение. Как для объема? Не, у нас эта формула была где-то в электричестве. Во! Точно во, встречали. Во. Это была. Что такое? Нет, куда разбираться. А там что-то из... Она приближение сплошной среды, разумеется, выписано. Это что-то из... вырезают черпаком сферу. А, да. Ну, какую-то сферу вырезали и посмотрели. Где вырезали? Зачем вырезали? Куда все дели? В общем, форма такая, я вывод до сих пор не знаю, как я тут живу. Так, и что еще дальше? А, ну да, в первую очередь нужно от второго и третьего уровня перейти к одному и что-нибудь исключить. А, зачем исключить? Нужно перейти от смещения отдельных атомов к одному. Скажем, вот именно к тому самому S, которое есть разность S плюс и S минус. Если мы умножим это уравнение на M минус, это умножим на M плюс, так, и вычтем из первого в второе. То есть здесь как раз будет m плюс m минус на s с двумя точками. S тут это разность плюсового и минусового. В правой этой части что будет? Здесь m минус. Минус, минус, m плюс. Нет, разности не будет. Будет сумма. Сейчас скажу почему. А вы вычитаете складывать? Я вычитаю. А, тогда будет сумма, да. Сумма. Значит, будет минус s m плюс. Минус на S. И, ну, под последним понятно, что будет. Так. Нет. Плюс. И минус. Сейчас мы считаем. Минус Q. M плюс плюс. M минус. А здесь.
Да, спуск. Ну и сейчас поделим сумму, получим как раз приведенную массу. Да ведь? Поэтому я, чтобы не бить. А если это разность, то спуск есть сумма. Да. Два. Если как раз сюда входит будет выражение для образования, здесь будет μ, здесь будет f на s, и все. Плюс. Это μ. Так. Сейчас будет очень больно. Смотри, у нас будет у меня так же. Отлично. Сейчас наша цель благородная, наша цель вот что сделать. S двумя точками выражаем через S и E. E уже неэффективно. P выражаем через S и E. E уже неэффективно. Здесь будут какие-то коэффициенты. Они будут громоздкие, ребят. Но от них никуда не деться. Нужно привлечь на свою сторону вот это соотношение, вот это и вот это. То есть подставить. Да, подставить. Ой, какой кошмар. Так, какой еще? Смотри, ну, вся беда берется вот от того, что взяли выражение для эффективного, поставили сюда и выразили P. Получается вот что P равно, ну тут N на V QS. Он ведет себя смирно, прилично. А вот дальше начинается фигня. Плюс N на V альфа E и плюс N на V альфа, еще 4 пятых, P. P переносим сюда, делим, и вот второе соотношение как бы получается. Получается вот что. P равно, какой кошмар, единица деленная на единица минус N на V 4 пи на 3 альфа. Вот этот кошмарный знаменатель будет неоднократно встречаться, умноженное N, V, Q, S. И плюс. Тоже самый знаменатель. Только умноженный на второе соотношение есть. Ну, линейная связь между поляризацией, смещением и внешним магнитным полем. Сейчас нужно что сделать, что сделать, что сделать? Взять V E эффективное отсюда и поставить выражение для поляризации. Это будет немножечко больно, конечно. Что делать? Что? Ну, аналогичную связь нужно здесь сделать для ускорения, да? Для второй производной смещения. Между S и E. Давайте. Почему? Ничего себе. Безобразие. Спасибо, безобразие. Безобразие.
Потому что доска на парке это надо. Печально. Храм туда смотрит освещение, радиационный фон. Выкинуть. Свет нормально, радиационный фон нормально. Одна нет. Я на предприятии работаю, думаю, как каждый месяц ходит. Да? Конечно. Потому что там по нормальному это тоже должны каждый месяц ходить. Я первый раз в жизни. Так. Что дальше? А, я еще не написал. Нет, не написал. Куму на Е. Еще нужно прибавить 4 трети. Да, да, Б вот выражаем. Вот, кружаем под приоритетом в кабинете. Ну что, будем выражать или домой пойдем? Надо выражать. Ну, пожалуйста. Давайте. Где у нас? Резин полностью. Конечно, полностью. Давайте обозначим это. Вот это что? Нет! Нет! Все, да, только нет. Так! Ее можно вынести. Нет! Не позволю! Я сказал, вы тоже страдаете. Окей, просто кое-что упростите, на самом деле. Слагаемая с функциональным Е, она приведет к более лучшему виду. Так. То же самое знаменатель. На V 4 пи на 3 альфа умножается на N на V альфа E. Все, все, а, сколько отправилось здесь. Ну и вот где-то, наверное, повыше. Напишу, что ню S на точку равна. Так. Это плюс F. Ну, здесь конец. Это будет минус F. Минус F это какая-то микроскопическая характеристика, которая связана с жесткостью, которую мы точно не знаем, как и альфа тоже. Плюс. Вот это безобразие. 4 π на 3 Q N на V Q квадрата. И заметно. И все умножается на S. Так, а вот слагаемое с электрическим полем, оно немножечко, чуть-чуть нас порадует, но немножечко упростится, по-моему, или нет? Незаметно. Перепедитесь, давайте, а то видно будет. Я сделал V и альфа надо. 1 плюс 4 из третьих, N на V. А там плюс, а там внизу минус. Давайте да. Еще секунду, да? Сейчас узнаем. И альфа нет. И альфа есть. Q вынеси. Сколько будет единица плюс? 4 пи на 3 n на v альфа в числителе знаменатель единица минус 4 пи на 3 n на v альфа. Ну что, не упрощается что ли? В итоге получается минус. Так. Единица на корень. Да. Какой еще единица на корень? Где? Корень, не корень, а просто моя другая корень. Да. Корень. Q будет. Давайте назовем ее сама. Е. Вот. Вот. Это у нас одна, это у нас вторая. Сейчас можно заметить, видите, здесь у нас можно заметить, что вот этот коэффициент и вот этот коэффициент очень похожи друг на дружки. Они даже в каком-то смысле пропорциональны. Ну, в общем случае, запишу так. S элемент точки мы равен. Вот что я сделаю. B1,1 на S плюс B1,2 на E.
здесь b равен b2,1 на s плюс b2,2 на e. Ну, b1,1, разумеется, отрицательный, чтобы у нас было стабильное колебание. Но я так писал, ну и b, связь между коэффициентами, какие коэффициенты вы знаете. b1,1 ужасный, b1,2 и 2,1 связаны, я даже связь напишу сейчас. Так, а вот смотри. B2,1 равно B1,2 умноженное на сколько? N на V. Да? А, и еще деленный на μ. Потому что там, где на μ поделил, еще μ здесь. О. Если я N на B2. А, умноженное на μ, наоборот, умноженное. Так, ну вот из этого соотношения мы как-то должны выцепить макроскопические характеристики типа эпсилон 0 и эпсилон бесконечно. Так, получается, считаем, что сейчас электрическое поле в каком-то виде с определенной частотой и решаем верхнее уравнение, что ли? Вы знаете. Сейчас я посмотрю. А, да, все. А, да, да, кстати, да. Тогда мы во второе выставляем. Так, во-первых, если у нас, ну да, не знали, есть именно геометрия. Ну, первое можем решить. Почему? А b1, 2, b2, 1. Почему можно? Ну, выражение для коэффициентов b у вас должно быть выписано отдельно, нет? Вы еще не выписали? Ну, вот, я не выписал, потому что мне просто доску жалко. Вот это вот все, допустим, это b2, 2. Давайте рассмотрим случай статического поля. В статическом поле все хорошо. Омега равен нулю. В этом случае у нас смещения нету. Тупо нет, да? Нет, правильно нету. Так, так, так. И из первого уравнения мы моментально получаем, что S равен минус B. 1, 2 на B1, 1, 1. Согласен с вами. Коэффициент будет положительный, потому что B1, 1, 1 отрицательный. Так, и что? А, подставляем это во второе уравнение. Как вы думаете, поставим? Да, поставим. B равен. Так. B2, 2. Минус произведение. B1, 2, B2, 1, деленный на B1, 1, и умноженный на 1. Это при нулевой частоте. Так, кстати, сразу же можно было записать давным-давно, что эпсилон... А, нет, нет. B у нас это... Какая буква между профессионалами между P и E? Там C? Нет. Ну, там альфа? Не, альфа для... Химчивость. Нет, между P и E так-то альфа за стандартный спорт. Ну хорошо, пусть будет альфа. Хотя альфа другая. И тогда эпсилон равен единице плюс 4π. А. Так вот, этот коэффициент пропорциональности, он входит в статическую диэлектрическую проницаемость. Эпсилон нулевое равно единице плюс 4π. И вот это сколько?
сомневаемся. Альфа неизвестная. F неизвестная. Во, F точно неизвестная. И... ну, по большому счету, Q тоже. Или Q известно. Ну, тоже как параметр может вступать. Ага, и они все у нас внеслись в эти коэффициенты B. И нам нужно вот взять какие-то макроскопические величины, например, все нулевое, и вылезти через неизвестные параметры, чтобы их как-то узнать. Эпсилон нулевой нашел. Все. С этим случаем омега нулевой вроде бы рассчитался. Беру следующий предельный случай. Эпсилон бесконечно большой. Омега бесконечно большая. Так, да, когда буду записать? А, стоп. Омега стремится к бесконечности. Так, что здесь? Здесь? Казалось бы, то же самое делаем, нет, здесь нужно что-то другое сделать. А, вспомнил, что делать надо. Когда у нас все стремится к бесконечности, смещения вообще нет. Не успевает реагировать. Угу. И поэтому, то есть S просто нулевая. И поэтому коэффициент пропорциональности между P и E такой же. И эпсилон бесконечная. Это единица плюс 4π на b2 и все. Ну, отсюда видно, что эпсилон нулевой в общем эпсилон бесконечный. Потому что вот это вот штуковина. Ну, вот это вот. Вся дробь отрицательная. Из-за отрицательности проект на 1. Ну, а 4 положительные. Угу. Так, этого мало, мне что-то еще нужно. Ну да. И последнее, что нужно сделать, это самое сложное для понимания с моей стороны. Красивое. Ага, ой боже, что это? Нет, давайте не будем ничего делать. А, понял. Короче, третий случай промежуточный. Мы берем первое уравнение. И расписываем. Итак, представляем S как сумму двух слагаемых. Сумма S продольная и S поперечная. S продольная и S поперечная. Подожди, к чему продольная? Поперечная, как вы думаете? Полю SLT пропорционально полю, ST это перпендикулярно полю. Вот так. Сейчас. Они подошли к новому вектору. Какой здесь был новый вектор? Где новый вектор? Ну там вот той задачи было. Какой той? В самом начале. Или уже закончили? Та задача. Там был луловой вектор. Там был луловой вектор колебаний. Здесь у меня, я рассматриваю колебания в гамма-точке. У меня все элементарные ячейки колеблются одинаково, и вектора k как бы нету. Здесь продольная поперечная по отношению вот к этому вектору e. Сейчас будет совсем страшная формула. Я ее выпишу, потом буду наигрывать, ладно? Вы меня сразу ничего не спрашиваете, потому что я ничего не знаю. Ой, откуда здесь взялось? Ага. Так, я считаю, это все известно. Ну так напишу. СЭТ с двумя точками плюс СТТ с двумя точками равна В1,1 равна, тоже распишу. Здесь ничего не меняется. СЭТ с двумя точками плюс В1,1 СТ с двумя точками. Так, и еще я должен вот эту вот штуковину тоже расписать. Вольтон.
Значит, под уровнем 4 есть. Поле. Поле А существует ли Е с индексом Т? Нет. Нет, что ли? Почему? Нет, типа. Все есть. Конечно, они еще все есть. Если еще не боится. Ну, существует оно. SLT – это проекция вектора N на направление E. SLT – это перпендикулярное. Ну, ведь не существует компонент у E перпендикулярный E. Спокойно, ладно. Почему там с двумя точками? Там просто? Просто. Ну, там одна точка. А вы же все переписали, да? Так, идти дальше. А, ну все. Сейчас я поторможу немножко. Следующий. Еще раз собираем. Не, не, когда? Кстати, ну, только что голосование решили. Нет, у меня не так все просто, короче. У меня все сложнее. Все правильно. И, короче, выцепляем по отдельности уровни для ST и для SA. ST с двумя точками, это все, для нее все очень просто. Это B1.1 ST. Правильно? Да. И, собственно говоря, отсюда возникает, получается, что частота поперечных колебаний это минус B1.1. Омега Т квадрат равно минус B1.1. Понятно, да? Если мы рассматриваем, собственно, решая это уравнение по Сноу-Квиллер, то частота получается минус B1.1. Понятно, да? Понятно. Фу, непонятно. Понятно. Ну чего, как победить мог? Делаю по Сноу-Квиллера. Сейчас понял. В следующий раз тоже буду пенью называть. Так, а у СТ, у СТ все понятно. У СЛ, все по-другому. Так, не могу стирать? Не могу пока. СЛ с двумя точками. Это будет вот такая штука. B1.1 СЛ. И еще плюс B1.2 на DL. И вот как-то EL и SL можно связать, чтобы тоже частоту как-то найти. А чтобы связать EL и SL, воспользуемся этим соотношением. Что, ну, ванто у нас уже не подходит? Какой ванто? S равно минус B1.2 на B1.1 E. Это? Это только при ноле? Это... Это мы взяли первый. Так, это мы взяли первый. Да, только при нуле. В тех случаях, когда еще что-то не понял. Ой, черт. Вот так. Связь найду из просто отношений. Установку видео. Только у вас неоднородное уровень получится. Неоднородное уровень. Ну, Е-эль-то как вы найдете? Короче. Они все одинаково идут. Чему равно дивергенция лет? 4-2. Чему равно? 2? Здесь это 15 градусов метров в кубе, да? Когда они станут с равных зарядов, это снова. Один второй зарядов. Так, D это у нас, то есть дивергенция E плюс 4 и P.
Так? Ну так получилось. Ну что видишь, это? Пожалуйста. А почему у нас нет сторонних зарядов? Что такое сторонние заряды? Ну, по отношению к своей энергии. А, типа, оно и свое. Типа свои не сторонние. Свои нет. А свои дева шли просто. Дивергенция дева нулю — это у нас материальное уравнение, правильно? Нет. Это не материальное уравнение? Материальное это когда связь D и вектор D, он в той же сплошной среде только водится, верно? Да. Скажи что-нибудь. Сплошной среды. Отлично. Ну вот. То есть сплошной среды я считаю, у нас микроскопическая заряд есть, все усреднятся, но получится. Так. Поэтому для продольных у нас получается он. Почему последний это ноль? А? Это за константу. Константа? Сейчас скажу. Так, если мы считаем плосковолной, то дивергенция это у нас будет в сущности умножение на k скалярное. Поперечные у нас сразу же уйдут, а остается только продольные. Вот так. Ну, не займите мне, дать мне нужно посмотреть куда-нибудь что-нибудь. Ну, собственно говоря, что? Сюда берем P из второго уравнения и оставляем только продольные компоненты. Ой. VLT плюс 4P P21 SLT плюс 4P P22 ELT равно 0. О, как? Равно. Равна. Сюда приносим, минус. 4π b21, деленное на единица плюс 4π b22. Электора будет стоять. Если вам охота, я поставлю. Ну и ладушки, хотя я подумал, почему все плохо. А, нет, все нормально, все хорошо, все замечательно. Я получаю связь между частотами продольных перепадов. Связь такая. Там SLT с двумя точками. Единица и минус должны, как выразить это? Все. Да, все нормально. Я тоже. Это B11 минус. Так. Сюда ставлю. И получается 4π B12 B21 деленный на 1 плюс 4π B22 на SF. Эта штука отрицательная, эта штука тоже отрицательная. И поэтому частота омега L в квадрате будет больше. Плюс B1.1, вот так. Не, минус B1.1 плюс. Ну и что?
минус омега L в квадрате. Я думаю, я подумаю. И омега, да? Плюс. Так, ну сейчас будет очень неприятная процедура. Сейчас мы начнем упрощать. Сейчас, у меня где-то короткий путь к этому выписан. Mm-hmm. О боже. Сейчас. Ага. Вот, обратите внимание. Единица плюс 4 пи b22. Он стоит здесь. Правильно? Нет, это он. Да, да, он. Так, это все стираем. Итак, записываем. Да. Минус, нет, плюс. 4π b1, 2b2, 1 деленный на эпсилон бесконечно. Все. Ну и все. Вот и что дальше что делать надо. Ладно. Следующий шаг такой. Вот это произведение, видите? Оно что? Оно же есть и здесь. И сейчас я, если найду разность эпсилон 0 и эпсилон бесконечность, то оно выглядится. Эпсилон 0 минус эпсилон бесконечность равен 4π минус 4π. Зачем минус? А потому что минус. Ну, сейчас скажу в чем. B1, 2, B2, 1 на B1, 1. Ну, B1, 1 от рыца. Смотрите. Скажите быстро, почему. Да. Соответственно, 4π. B1, 2, B2, 1, равен. Это нужно все сделать. B1, 1. Может, сразу минус на ГТР квадрате. Минус B1, 1, это ГТР квадрате. Да-да, об этом я помню. Но здесь знак минус будет стоять, да? А здесь просто поменять бесконечность и ноль. Вот так. Не буду менять. Поставлю сюда в числитель. Омега t квадрат минус. Пока пишу тупо, не знаю, b1,1. Так, эпсилон 0 минус эпсилон бесконечность, деленное на эпсилон бесконечность. Ну и теперь вспоминаю, что b1,1 у меня как раз омега t в квадрате. Немножко упрощается. Мега Т, эпсилон 0, на эпсилон бесконечности. А, квадрат. Черт. Все понятно. Если не очень, то все понятно. Но такое соотношение правильно. Может, в другую. Ну, я его взял из головы, и, по-моему, я там квадрат написал, да? А вот надо было писать квадрат. Это вот соотношение, может, у меня написано через соотношение, да? Может быть, сейчас там все и сойдется? Не надейтесь. Ничего не сойдется. Однако сейчас можно выписать более правильное. Более правильный коэффициент пропорциональности между поляризуемостью и смещением. Мы писали, что P равен, что у нас было, сейчас скажу, N на V, Q. Q S плюс альфа Е. Q
Вот. QS это вот с этого соотношения стартовав мы получили выражение для оператора возмущения, да? И у нас вот какая-то такая нелепая штукенция входила в константу связи. Сейчас можно уже взять какое-то из уравнений, которое я стер, да? Где оно, черт? Я упал. Значит, беру связь между продольной поляризуемостью. Это у нас так, B. 2,1, да? B2,1. Да. Ну, скорее, B2,1 ведь, да? Ну, пожалуйста. Да. О, плюс B22E, значит, да? Должен быть. Так, ELT и SLT у меня связаны как-то. Интересно, как? Это все стер. Вот такой знаменатель я помню. Там еще минус 4π B2,1. B1, 2. B2,1 минус. И у меня будет, да? Минус 4π B2,1, да? Не буду спорить. У меня могут быть другие индексы. Ну, если сейчас поставить, упростится много чего, да? Много чего упроститься, за 4 будет приятнее. Там ВМ. Трутый ветер Е, да? А. А здесь будет просто единица. Нет. Б2. Ну, как бы, что, вот этот коэффициент, он уже учитывает внутреннюю структуру ионов, да, их собственную поляризуемость. Сейчас можно взять вот этот вот коэффициент и как-нибудь что-нибудь выразить, да? Да, можно. Сейчас я даже пытаюсь что-то сделать, если получится. Попробуем. В сторону. Так, это соотношение ставлю, оно цена. Наверное, может и нет, сложно сказать. Ну, знаменательность идет всего бесконечности. Верно? Умножено. Так. А4, B2,1. Так. B2,1, откуда я возьму? Ага, я возьму отсюда. Это вроде бы непонятно как, но я его отсюда возьму. Возьму снова разность. Черт, снова опять сделал. Эпсилон 0 минус эпсилон бесконечность равно. Минус B1,2, B2,1 на B1,1. Вот так. Это же 4π. 4π. Или другими словами. B1,2, B2,1, деленное на омега t в квадрате и умноженное на 4π. Омега t в квадрате это типа уже экспериментальная величина. Дальше, что я делаю? Я помню, что была пропорциональность между этими двумя величинами. Не помните какая? B2,1 равняется B1,2. B1,2 умножить на n делить на v и на mu. На mu умножить. Поэтому b. Не B2,1 нужно, B1,2 не нужно. Продолжаю. Зачем я это сделал? Зачем я вот сейчас это сделал? Ладно. V на N. Единица на минус. B2,1 в квадрате. B1,2.
2-1. О, что у нас? А, 2-1. Ну нет, в 2-1 подать битву, да? 4. Сейчас вспомню. Я B1, 2 вывезил, V пошел в числитель, нормально. Так, зачем это вывезти? Ну, а, ну все, B2-1, пишу чему нравится. B2-1, да. Подальше пока. Омега. N на B. T в квадрате. И 4 пятерёные. N на B. Плюс здесь. Я все равно не совсем. Да. Так, омега Т это омега L в квадрате на 4π N на V ню. И здесь будет мы на. А, все нормально. Мы поделим на эпсилон нулевой, да? Т квадрат равен омега L квадрат, деленное на эпсилон 0 U и умножен на эпсилон бесконечность. Вот так можно перевернуть соотношение? Да? Можно. Можно, поэтому я, конечно, не написал. Так, записываю сюда эпсилон 0 в знаменателе, эпсилон бесконечность числителя. Один ты написал, да? Под корнем единственный. Опа. А, ну ладно, пофиг. Единственное 4π есть, омега L есть. Эпсилон бесконечность минус эпсилон. Ну да, я так же. Значит, все в порядке идет по плану. Фух. Ну, подставляю сюда, значит, не саму эту величину, нужно корень квадратной величины. Эх, вот так я напишу. Корень квадратный это бег. Омега и квадрат на 4π. N на b. Так. Здесь у нас будет единица на эпсилон бесконечности в квадрате. Это я отсюда взял. И нужно на S. Ну и сейчас совсем все просто. Фактически окончательно равен. Так, так и так, был умел. L ты равен. Омега L в квадрате на 4π. N на V. И здесь вот такая бег. Единица на L.
скорее всего, на бесконечности. Ну, соответственно, и все. Все. О! Условно входят какие-то уже экспериментальные вещи. Это сильно отличается от того, что писали раньше. Заряды как бы входят в неяму, в омега-эльты и вот эти все. То есть они включают себя в зависимости от заряда. Ну и соответственно, и с учетом того, что то же самое, да? Да, то же самое. С учетом всего этого хозяйства, константа альфа, которая была у вас одна, ой, сейчас она будет другой. Получается, если изначально брать такой коэффициент пропорциональности. Альфа равна 1 вторая. Она будет квадратом от этой величины, потому что от второго порядка первой величины берется. Минус эпсилон 0. Е квадрат У. Вообще. У вверху. У нас все равно возникло бы. У возникает из того, что мы выносим. Уже из теории возмущения. Мы выносим наш квадрат на 2М из номинанта. Это уже немного лучше. По крайней мере, оно прозрачнее. Здесь ты Е квадрат умноженный на У. У обратная длина. То есть Е квадрат на У имеет размерность энергии. H омега И тоже имеет размерность энергии. Так, может, сейчас поставим по экспериментальной величине? Сколько времени? Много? Мало. Много. Так, H омега Е я вычислял. 10 минус 13 лет. Так, Е квадрат не вычислял. У я вычислял? Вычислял. Да. Так. 12,5 на 10 минус. 12,5. Это точно У, а не квадрат У? Точно У. Квадрат был 150 там еще. А, точно. Вспомнил. 6,6. Обратно с этим. Так. Че, все? Ну еще нужно эпсилон 0 и эпсилон бесконечность. А я их приводил. 5 с небольшими квадратами. Ну все равно, давай, 1, 2. Поехали. 1, 2 и 2 минус 1, 5 с небольшим. 5 и 6. Так, Е квадрат это 5. 4 и 8, ладно. 10 минус 10 квадрат. Это у нас 12,5 на 10 в шестой. Так, а здесь 10 минус 13. Смотри, нормально. По крайней мере, здесь минус 20. Здесь минус 1 получается. Ну, посчитайте уж. Пожалуйста, что на порядок. 10 минус 1. У меня ответ 13. Порядка единицы, это понятно, но больше единицы, меньше единицы или равен единицы? 60. Получается больше. 9 десятых, чуть-чуть меньше единицы. Что, серьезно? Да. С моим проблемой. Правильно. 4 ближе к 10. По крайней мере, здесь там 34. 3,97, 47. Откуда 90? А я. В уме, да? Я сложил вместо того, чтобы больше. Да, он в скобочке. В скобочке
сначала порыгаю 4. Я 5 беру. Много. Ну, поменьше, чем в первый раз. Ну, поменьше. Нет, там, по-моему, вообще у нас какая-то дичь была. Потому что, смотрите, здесь у нас, как говорится, в профессиональности вот такой вот. По порядку, в два раза меньше. Это еще в корне. Ну, нет, ну, корень ты, то есть, НВ не смотрите, НВ это обратно объем элементарной ячейки. Здесь он совсем вот такой же. Ну, короче, давайте вам задание. Это для натрия формы нашли, для цезия йодный нужно найти, для калия бром и для... H2O? H2O не получится. Кристалл вообще нормально, а если сам брать? Нету ионного кристалла H2O. Лед молекулярный кристалл. Для кислений, кстати, я пошутил, где вы будете? Так. Это нашли. Следующая пара будет. Это будет уходить. Сегодня четвертое, то это будет 11. А нет, это сегодня пятое. Сегодня пятое. Это будет 12. Так, а сессия у вас 24-го, да? Это же какой-то праздник до 15-го. День Конституции. Он не он рабочий. Раньше был не рабочий, когда был... 4 Конституции. Борис Каретний был 12 июня, Борис Казимий 12 декабря. Ровно полгода разницы между ними. А, это 12 июня, да? День президента? Чего? Да, день президента. Так, ладно. Все молодцы. Все свободны. Нет, раньше, 12 июля. Не было никакого не президента. Года 4 надо. И что, День России, что ли? Просто Ельцин вступил в должность президента. И все. И день. Нет. Историю вы знаете. Я все помню. 12 был референдум. Давным-давно. Не помню. В декабре это было. Референдум был в июне. Вау, ничего не решающий, конечно, но с тех пор практика. Еще один референдум. Было много людей, когда... Ну, в следующий раз что делать? Вы меня внимательно слушаете и конспектируете.